Ahora me andaré en café fumando. Yo también de ajuste. Зови нахуй сюда! Хочешь она? Что такое? Давайте, давайте, зовите. Я алкичал на ежан. По какому? Нам хозяева. Просто поговорить. Нет, а для чего? Есть причина, мы им скажем. Зачем вам будет? А кто хозяин вообще? Здрасте. Они же женщины у нас хозяйки. Ничего не случилось. Женщина, да, у вас хозяйка? Нет, мужчин кто в Азербайджанце? Нет, она рано одинокая женщина. Как одинокая женщина? В Баку. Он Азербайджанский. Он 17 лет назад. Он построил Баку. Так, Азербайджан, вас снимите, пожалуйста. Я не пойму. Нет, дело в том, что... Вам понять не надо. Вам понять не надо. Наши ребята полезли. Поэтому я и говорю. Здесь веселье идет, например. А там похороны. Казахов зарезали. В Караганде зарезали день назад, а здесь у вас мероприятие идет какое-то. Сегодня не будете работать. Сегодня пускай закроется этот ресторан или кафе ваш, а то потом не говорите, что не предупреждали вечером. Потому что похороны. А вам как было, если вашего брата? Нет, конечно. Ну все, давай. Вы заметите. Надо будет сегодня порезать тоже. Так что, вот заметьте, давайте. Кровь за кровь, нахуй. Будем убивать тоже. Сегодня не будете работать. Серега. Сертруми. Зовите, звоните давай. А то мы сейчас, я сейчас лично. Ну да, у отырғандарыңыз дұрыс емес. Бүгін әзербайжандар біздің бір бауырларымыз бауызда кетті, а сіздер отырсыз. Не, вас не снимаю. Ну, джаз А олар қазақтың баласын өлтіріп сап, сүйреп апарып саған жүр тоғай нұрдасын. Сүйреп апарып саған жүр. Екеуін пұшақта, біреуін бауыздап. А как это надо делать? Как это надо делать? Объясните, как делать?
35 человек, троих убили, напали в кафе ихнем еще. Ну как делать теперь? В каком кафе? В Караганде. А, ну в Караганде. Это в Казахстане. Это в Казахстане. Ну в Казахстане, а здесь-то при чем? Здесь не будет работать. Люди выращенные, здесь они выросли, они здесь родились. А флаг тогда почему вот? Не казахстанский здесь стоит, флаг. Они здесь выросли. Это каждый их родина, такая там родина. Тогда почему не наш флаг висит здесь? Ну, у нас это атрибут нашего кафе. Девушка, поймите, это атрибут нашего кафе. Атрибут именно здесь эти сами работают. А если бы это было так? Мужчина, кровь за кровь пойдет. Кровь за кровь пойдет. Пусть будет. Пусть плохо. Пусть Азербайджан тоже плохо. Наши дети пострадали. И ваши дети пострадали. И так и страдают. Наши дети убивают уже. Убили же уже троих. А спрос должен быть? Это будем спрашивать. Закона. Какой закон может быть? Закона нет. В Казахстане, например, гостеприимный народ, да? И вот так вот, просто как барана зарезать и в кусты утащить, это что, по-людски? За то, что это наше гостеприимство такое? Каждый народ все бывает. Плохие люди, каждый народ, согласитесь. Просто я вам хочу сказать, мужчины, к чему приедут? Мы хотим доказать, что действительно есть. Мы есть, мы есть. Там есть, и как кто-то, когда азербайджанцы такое сделали, это вина вот эти. Резать и паскать, и мы будем молчать? Молчать, что ли? Сами как думаете? Нет, ну вот самое страшное, это хорошее. Вот она казачка, да? Не дай бог, ее кто-нибудь тронет, я за нее стану. Вот, я стану, потому что она моя сестренка. Она моя подружка. Вы поймите, если она уже кто-то... Да, половина, правда, половина. Что делать она? Хочет она моя. Вот это. Она уже ғамес, қарындасы дұрыс үшін. Бір қазақ, 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 бір білсін қайдасы бұндыр. Мәселе мұнда байлығы жағдай, например. Я оны мұйыстесем, например, сендердің хозяиндарың. Бүгін ол мынаны жаптыруға кешеді. Қазақтардың несі болып жатыр. Ана біздің бір придурактар бауыздап жатыр. Сәлем қадыр. Солай, я? А ондайды айтпайды ғой ол. Замитті хозяинда сюда. Нет, она не надо, мужчина. Мне бугун бәрі. Как будто ничего не было. Чумс тем же. Сегодня.